пары дел. Сегодня, в общем, вечер, я решил прогуляться по местным окрестностям. Ну, как вечер уже, к ночи делаем, Я вот решил прогуляться, потому что здесь ночью самые интересные вещи происходят. Вот, не будем считать ноги. Давайте начнем. Глаза не будут. Как, на улице живем. Ага. Кушать нету. У людей добрых просим денег. Помогают. Кушать нет, приносят, дают денег. Живем на улице буквально где придется. То под кустами, то на трубах отдыхаем. Гоняют менты буквально образом. Мы уже не знаем, как откуда от них уже бежать. То на пирамиду, то на вокзал, то на рабочий, то на семнашку. У нас жизни нету никакой, мы даже не можем посидеть тихо, мирно покушать. Вот так и живем. То где и как, то к такому в теплую запрыгнуть. Я в ссоре с мамой, папа Марко, ну, умер по-русски, покойник. А приезжает домой, он меня домой не пускает. И я говорю к соседям, а у меня бабло в кармане. Я говорю, я не пойду, с каких? Времен должна, я крутился сильно, я сейчас могу крутиться. Она меня снимает с этого, типа я покойник. Хорошо, Рахмат, спасибо. Я сейчас прохожу Айгуля Манжолова, дядьки. Двоюродный дядька меня взял, как ребенка под себя. Сейчас меня не тревожит. Я просто ее тоже бросить не могу. Она я делает тоже документы. Ее не могу. У меня никого вместе, родственников нет. Вместе на улице? Да, мы вместе с ней на улице. У меня вообще родственников нет. Все умерли. У меня остался вот только пасынок. Вот помогает ей одноклассник. Документы у него есть. При мне этот Сережа, да? Сергей, да. Сергей подошел. Я не понял, говорю, я заколебала ждать. Я говорю, это где она? Ну, просто говорит, в ЦОН, говорит, надо, говорит, просто над буквой Е не поставили букву, две точки. Я Федоровна, а написали Федоровна. Нет, не без добрых людей. Нам, ну, люди создал, помогают, да. Нам Бог создал. А вот вы в Бога верите? Бога. Да. Я дважды крещенная в нашем соборе святого Петра и Павла Подгорье. Подожди. Отец Сергей. Странно. Нам Бог создал вот этот мир, а нам грешить запретил. Ну, согрешу я иногда, Всевышний, ну, прости меня. Пусть ко мне никто не подходит, а то я точно отхерачу. Я и за нее воюю, и за себя, чтобы ее не горчали. А вот как выживаете на улице? Так и выживаем. Люди добрые, подходим. Помогаем. Люди милые, помогите, кушать хотим. Хлебушка купите или что-нибудь, или пирожочек. А я после травматологии. Да. Вот я нынче в травматологии. Лежала. А я 5 лет назад на позвоночник. Тоже девчонка очень сильно плохо ходит. Левосторонняя, тоже бедровая. И друг друга выручаем, вот так спасаем. Отдохни, давай посидим, отдохнем. Вот так присядем, то менты подходят, заколебали у нас, из места, из угла в угол кидают. То там туда уйдите, то друга уйдите. А просто что чтобы ходили, да, говорят? Ну. Ну, а куда деваться? Ну да. Вы это, присаживайтесь, если хотите, если вам стоять. Я буду снимать. Вот так вот. Кто вот здесь? А, кстати, кто под кустом? Хорошо. Вот рынок, вон там, где закрыто, там ложимся, стелим коробки, ложимся там, спим. Только такому теплую запрыгнем, если успеем до темноты. А так вот ходим по людям, просим денежку, чтобы нет, нас накормили. Сейчас знаете, что скажу? Угу. Можно? Как вас? Конечно, можно. Меня Кирилл зовут. Кирилл, знаете, что нас сейчас научило меня спасать? Пивные банки собираем. А, из... Ну, баночки вот, из-под пива. Вот. Издаете, то пластмассовые. Да, за деньги. То коробки. Вот. Подожди, только так. Мне что нравится? За деньги. Коробки, вот, пожалуйста, вот этот рынок нам отдает. Идем через мост, тащим.
Ну там стоит ларек, и мы сдаем. За вот я благодарна. Вывозят в Россию. Тут, короче, обоюдно у них. Мы сдаем здесь, хозяин тут. Ну, сетки я против открывать. Вот это мне не понравилось. Нам и так хватает то, что вот железка. Почему вы против, что сетки открывать? А нельзя. Нельзя? Нельзя. Он тоже... Хозяин ругает, очень ругает. Он может подойти и долбануть по башке. Он же так договор сделал. Я ему благодарна. Он же сам говорит, приносите пластмасски. Я вас возьму, баночки из-под пива. Он подходил ко мне. Так же все. Мы познакомились, он с нами познакомился. Он нам денег... Мне вот что нравится, что водку нет. Спирт не кодирует, не водку. Именно деньгами. Мы заходим в бистро, покупаем кушать, по крайней мере. Есть покушать, да, взять сразу? Ну, конечно, за деньги хоть, а не за водяру. Ну, да. А то мне надоело что-то вот. Это мои, как, я сдала, я сама думаю, то ли мне булку хлеба купить, или спирт. Я сама бывший торговец. Я лучше... А работу не предлагают никакую вам? Прилагают, но они не платят. Они сначала золотые горы обещают. А, это рабство. Да, рабство. Они нас увозят. Это все рабство. Нормально. Мы живем как в единой семье. Ну, они нас кормят, одевают, обувают. Мы работаем, в бане моемся. Хоть ты каждый день там мойся. Ну, деньги. Вот можете поподробнее про рабство? Были ли какие-то случаи? Надо, они тебе курить купят. Хоть ребята табак, были. Хоть... Я не поехал. Я говорю, а что, ох, что ли? Я вот прошлый год побывала 8 месяцев. Я шла 100 километров для бешеной собаки. И сюда до вокзала шла до сестренки. Я говорю, ай, Гуленька. Она меня увидела, у той слезы на глазах. Я еле-еле на ногах держусь. По всему городу. Она меня ищет. Сына пасынок мой приехал, ищет меня со Станы, приехал, не может найти меня. Тетя Игуля, где моя мама? Я говорю, сама еще не могу понять. Я уже фотку закинула. Я не пойму, куда Светик дел. Вот тетя друг за друга. Вот. А есть какие-то истории, которые вам запомнились, может быть? Есть. Рассказывайте. Мне все интересно. Я вырезать буду некоторые, но основное оставлю. Ну, у меня вот был друг хороший, ну, он бывавший. Одним заходом 20 лет. Ну, если бы не кололся бы, конечно, ну, наркотик. Его сгубили. Он потом резко бросил. Попал, загриповал, попал в больницу. Ну, Сашка хороший. И вот после смерти его осталась 50-литровая фляга спирта медицинского. Мама бедная не знала его, тетя Тася, куда его девать, этот спирт. Она по нас, по всем раздавала. Ну, кто выпивает, кто не выпивает, ну, чтоб не стоял дома. Но Сашку жалко, мне его просто жалко. Вот мне его, честно говоря, мне его не хватает. Он говорит, я всех бродяг, говорит, уважал, говорит, и буду, говорит, уважать. Вот у нас Руслан Карбекович тоже неплохой алибай. Он начальник ПР, приемника распределения. Ну, нормально. Он нас... И бей-бей-то, он я нас мне... понимает. Подожди, я насчет ПРки против него. Я тоже. Они нормально с понятием. Бей Бутаскирович, он вообще был с убойного отдела городдела. Я два раза он начальник, был? Он подполковник городдела с убойного отдела. Обычно стригут на лысо, если меня, еще. При мне, а на моих нету? Глазах, 8 лет назад, дядю убивали. Молодой парень убивал дядю. Он взял арматуру, начал его бить. 63-летнего человека. Я с этим Бибутом так и познакомил. Он меня изо дня в день, любое время дня и ночи, город дел таскал. Полгода. Потом я 6 судов прошла. Я вытащила. Все-таки я сказала, того парня, который убивал, я говорю, я ж тебя посажу, сука. Ты сбежал. Да, родители
родители его выкупили у этого, у психушки, психбольницы. Купили справку, что он дурик. Какой он дурик, он нормальный. На бабушке на голове телевизор разбит. У родной, на родной бабушке на голове разбить телевизор. На лице разбить компьютер. Ну, я не знаю, что это такое, но вроде как телевизор тоже, компьютер. Монитор, наверное. Да. Потом, блядь, короче, бабушку чуть не убил. Потом моего дядю, тот полтора года лежал в коме. Ни да, ни ну, ни кру, ни кукареку. Ну, извини, тебя арматура бить по голове, по вискам. Будешь ты живой или нет еще. Но он полтора года жил. А мне за это полтора года меня таскал Бегу Таскерович. По городу делал. Айгуля, привет. Привет. Как дела? Здравствуйте, ребята. А что за съемка? Документальный фильм. Рассказывайте, рассказывайте. А? Богомолы? Нет, нет. Вы ошибаетесь. Ну и чё? Ну, 7 судов прошла. Отвоевала дядю своего. Я говорю, верните. Сестра родная его сидела. Зять сидел. Сын, дочка, плачу. Жена его. Я говорю, верните жене мужа. Верните сестре брату. Верните зятю, говорю, зятя. Верните детям отца, внукам, блядь, дедушку, который, говорю, муху не затронет, не то что слона. Вот так вот. Вернуть-то не вернули. Но я его все-таки, ну, судья дал ему 15 лет приговор. И справка-то ему не помогла. Но я была права. За что было 63-летнего человека трогать 21, ну ему 21 год. Молодой. За что его было трогать? Ну это такое воспитание, наверное. Да? Так он, если на бабушкиной голове разбил телевизор, на ее лице. Родители. А он, да, не злоупотреблял компьютерными играми, случайно? Не знаю, что он там. Сейчас. А может это, да, я много... Может, что-то... да, вы? Да. Пойдете на пирамиду, там есть трубы. Ага. Там есть Санта. Там динары. Там есть динары и Санта. Которые мы называли не раз в городе. Ноги обожженные. Угу. Она вам расскажет. Она тоже может рассказать вам. Очень хорошо. Просто это про, правда. Просто про себя. И да. Правду. И сам дядя Саша. Дядя Саша Санта-Клаус. Он тоже расскажет про себя. А Игуля сказала. Угу. А молодых много на улице сейчас? Очень. Ой, много, кошмар. Да? Ой, знаете, все дома. Они выходят. В основном уходят из дома. Им некуда идти. Угу. Они где-то работать, может быть, и работают. Они к нам прибиваются. Ребята, пустите нас переночевать. Ну, холодно же на улице. Вот так вот мы двигаемся, друг к другу прижимаемся, укрываемся там, вообще там, одеялом или покрывалом. Друг к другу прижмемся. А куда девать девчонок, пацанов? Они нас не обижают ничем. Ничем. А мы их тоже не обижаем, мы их не бросаем. Ну, куда? Извините, вот мне 48, моей сестренке 43. При 40 свой проходит, да, ко мне подходит, все равно я только освободилась. Помоги. Есть что покушать? Нет, или нет. Есть покушать, или дай покурить хотя бы, вот, или водички дай попить. Так же. Но мы же друг друга поддерживаем. Иначе не выживем. Нет, мы не выживем на улице. Если а вот так друг друга помогать, поддерживаем. И тут помогаем. И спасибо людям, которые вот эти вот люди, вот, которые на машинах, вот, таксисты, автобусники. Помогают, вот так вот подхожу, прошу, говорю, помогите. Кушать охота. Ты сценарий поведешь? Не, мы потом сходим. Спасибо за участие в нашей видеозаписи. Желаю вам удачи. И до свидания. Вам взаимно.